24 февраля по поручению главы Республики Дагестан Сергея Меликова была отправлена очередная партия гуманитарной помощи участникам СВО. Организатором сбора является председатель собрания депутатов городского округа город Каспийск Абдулвахид Джаватов и Каспийское местное отделение партии «Единая Россия». В зону проведения специальной военной операции была отправлена одежда, сапоги, одеяло, медикаменты, средства гигиены, продукты питания, печки, генераторы и многое другое. Отметим, что часть помощи пойдет жителям Донецкой и Луганской республик, а другая будет отправлена по заявкам в военный центр распределения гуманитарной помощи при «Единой России» города Лисичанска. Асия Тумалатова, Марбек Газиев, новости телеканал «Среда».